внутренний потенциал. Я чувствую, что могу многое, но что-то мешает. Мешает истинное твое желание. Тебе не нужно раскрывать твой внутренний потенциал. Что за внутренний потенциал? Ты себе какую-то установку взял, вернее, в тебя ее вложили. У тебя есть потенциал. Ты должен его раскрыть. И ты вот и не можешь, потому что он тебе не нужен. Кто тебе сказал, ты услышал, как бы принял эту программу и живешь с ней. По поводу какого-то потенциала. Для чего, скажи? Что ты хочешь этим потенциалом добиться? В любом случае, он не раскрывается сразу. Ты его постепенно раскрываешь. Я в прошлый раз рассказывал, как появился iPhone. Сначала люди натянули проводок между двумя стаканчиками. Получился у них такой у-у-у, знаете, по проводку звук. Потом кто-то добавил не стеклянный, не бумажный стаканчик. Потом придумали банку. Потом еще что-то, потом проводок железный, потом еще. И вот так и раскрылся. Если взять iPhone, это внутренний потенциал, как он раскрывается? Создается постепенно, шаг за шагом. Только нужно тебе это, что ты хочешь раскрыть? Ты должен удовольствие получать не от цели, ты вот, я хочу iPhone, как внутренний потенциал. Ты должен радоваться тому, что вот натянул этот проводок, эти два стаканчика, и тебя уже прикалывают. То есть самое начало раскрытия твоего потенциала – это вещи, которые тебя не радуют. Тебе хочется сразу скакнуть, потому что ты видишь, читаешь журналы, там, не журнал, ну, смотришь картинки там в интернете людей, раскрывших свой потенциал, и уже ориентируешься на это, хочешь сразу его раскрыть. Это работа над собой. Работа над тем, что тебе нравится, ты постоянно ошибаешься, ты должен ошибаться, ты должен делать что-то неправильно, делать что-то, что будет восприниматься всеми как тобой, как ошибся, не получилось, еще, и кайфуешь от этого, что делаешь, так потихоньку он раскрывается, ну, другое дело, зачем тебе это, что ты хочешь, девочек привлечь к себе, что, чего?